Bono! Greg, you just come on to me! Прямо рядом с нами идет стрелковый бой. Продолжается зачистка. Группы диверсионные пытаются, естественно, вырваться из окружения. Логика их действий ясна. Их передвижение отслеживается с воздуха. Ребята обороняют дорогу. Мало ли где выскочит действительно это диверсионное формирование. Нужно быть готовым ко всему. Все по боевой готовы открыть в любой момент огонь. Меня! Брат, джип подними сюда, вот тебя подальше за машину. Ты можешь подняться? Нам не ты? Проще. Давай здесь, папа. Здесь идет рядом стрелковый бой, обстрел. А я встретил, между прочим, олимпийского чемпиона Миграна Рутиняна. Расскажи, как ты здесь оказался-то? Вроде как бы я не вижу здесь ковра. А здесь чемпион охраняет чемпиона. Вот сейчас как раз была очередная группа обнаружена, из 20 человек, рядом с ней еще одна группа подошла. Координаты были установлены с помощью беспилотников армии обороны Арца. Как раз сейчас уже выходит Шилка, работает непосредственно по диверсионной группе, которая пыталась подобраться к Оринтаку. Задание, собственно говоря, будет работать точно по координатам. Има! Контрабанда! Да, Фершер. Он тот? Да. Ах ты лень! Когда Бог сказал «возруби врага», тогда Турция не бил, Армения бил. Я только. Че, мы арочи масштабы. Посадки баны. Так, ищи лети, Тимур, Да? А, ага, нормально, все. Ура, Акас. Прямо сейчас работает Шилка непосредственно по террористам, из которых укомплектованы диверсионные группы, в том числе вооруженных сил армии Азербайджана. Возможно, там есть также и турецкие специалисты из спецназа. В общем, координаты были вычислены, была занята выгодная позиция Шилка, и фактически этим огнем зачищена местность. Уже потом будет пехота, собственно говоря, зачищать более детально, чтобы действительно все было начисто освобождено от диверсантов вооруженных сил Азербайджана. Ребята отбиваются! Слышишь? Нога. Болит или раненый, блядь? Ну что, антитеррористическая операция вокруг Шуши в самом разгаре. Доходит реально до ближнего боя.
группы, которые окружены, повторюсь, пытаются хоть как-то вырваться в любое из направлений, неважно, противник впереди, то есть армия обороны Арцаха, или какие-то отступы в ущелье. Видно, что действительно нелегко сейчас вооруженным силам Азербайджана приходится. Ну, поскольку идет уже активная фаза, непосредственно ближний бой, нас попросили покинуть зону действий. Просто-напросто, чтобы не мешали. Семен Пегов, Мигран Арджинян, Владислав Звездок, Карен Гилоян, Серега там еще. И общем, и раненый парень у нас еще в багажнике. Вывозим его. Давай. Ты не загораешь, конечно, на карисе.